Московской областной думы Александр Эрнстович Смирнов. Добрый день, дорогие жители города. Мне сегодня в очередной раз выпала честь поздравить вас от имени Московской областной думы с днем рождения у города. Но я не хочу говорить официальные слова, я хочу сказать по-другому. Дорогие мои любимые жители, я уже третий год с вами. Мне очень хочется уже сказать, что я тоже долгопрудец. Я тоже здесь житель. Я тоже хочу быть с вами, вот, чтобы меня так звали. Олег Иванович рассказал сегодня о достижениях. Леонид Валерьевич рассказал о нашем сумасшедшем интеллектуальном богатстве. Ирина Константиновна сказала о том, что вы лидеры во всем. Вы действительно лидеры во всем. А я хочу сказать другое. Хочу сказать то, что мне больше всего нравится в Долгопрудном и почему здесь действительно всем хочется жить. Мне очень нравится, что любое решение в городе принимает ни глава, ни администрация, а принимается только вместе с жителями. Любой вопрос обсуждается с вами. И ваше мнение в результате при принятии решения всегда конечно. Я только сегодня был на встрече Олега Ивановича с почетными жителями города, и мне так понравилось, как Олег Иванович давал отчет о своей работе, а они потом говорили ему: нет, послушай, вот надо это еще в городе сделать, надо это еще в городе сделать и это. И Олег Иванович говорил: да, я понял, все будет сделано, дайте время. Это говорит о том, что этот город наш, этот город ваш, и вы управляете этим городом. Спасибо вам огромное и с праздником вас. Добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в связи с празднованием Дня города Долгопрудного почетным знаком Московской областной думы за труды награждается Толмачева Наталья Ивановна, директор детского сада номер 1 «Золотой ключик». Начальника цеха Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Яблоков Вячеслав Анатольевич, начальник службы Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Александр Эрнстович, благодарим вас за участие в нашей...